Всем привет! Пока Димаш Кудайберген разучивает ноты новой песни в США, его портрет и имя недалеко буквально летают в небесах. В фан-клубе из США показали замечательное видео, где мы видим, как самолет захватывает баннер и поднимает вверх, демонстрирует его всем желающим на пляже. Получается, если бы Димаш оторвался от работы и выехал отдохнуть на пляж, то мог бы видеть это прекрасное шоу. Вот что рассказывают дорогие США. Воздушное знамя Димаша развивается над Тихим океаном в Санта-Монике в Калифорнии. Дорогие собрались в одной из популярных туристических зон в Калифорнии, чтобы увидеть рекламный воздушный баннер для Димаша, спонсируемый фан-клубом из США. Баннер с именем Димаша, изображением и значками социальных сетей висел над пляжем и пирсом Санта-Моники в течение 30 минут, начиная с 18:30 по тихоокеанскому времени в субботу 12 августа. Пирс Санта-Моники впервые открылся 9 сентября и в настоящее время привлекает 250 тысяч посетителей, туристов летнего сезона. Первоначальное авиашоу было запланировано на 24 мая, в день возвращения Димаша в Лос-Анджелес. Дорогие там были, чтобы запечатлеть момент, но из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие пришлось перенести. Мы гордимся тем, что поддерживаем и продвигаем нашего единственного и неповторимого Димаша в Соединенных Штатах и во всем мире. Конец цитаты. Друзья, это просто чудо. Давайте поблагодарим за прекрасный подарок дорогих из фан-клуба США. С вами был Петр Грих. Спасибо за ваши теплые комментарии. Всем счастья и здоровья.